Совершенно неожиданно появились у меня вот такие вот часы. Называются они Orient Automatic. Очень точные часы, сразу скажу. Ход идеальный. Появились довольно-таки интересным способом. Через два подъезда от меня живет мой старый знакомый, которому больше 70 лет. И вот он говорит, если любишь сюрпризы, то приходи, как бы есть маленькая работенка, шавашка. Прихожу, он, значит, вот мешок с документами надо утилизировать, так скажем. Я говорю, давай мусорку вынесу, и все. Он говорит, нет, тут документы, их надо рвать. И вот там всевозможные грамоты, всякие профсоюзные билеты, еще какие-то там, вот это вот все, фотографии, вот это все, целый мешок. Сидел, рвал где-то минут, наверное, 30, может, 40. И в конце, на дне мешка, вот такие вот часы. Я говорю, а что за часы? Он говорит, вот это твой сюрприз. Я в курсе, что ты коллекционируешь часы. Вот у меня вот такие вот интересные часы есть. Ну ладно, спасибо, взял, принес домой. Слегка чуть-чуть почистил. Смотрю, идут. Автоподзавод работает. На 2 часа выставил сравнить со своими часами. У меня тоже есть с автоподзаводом востоковские. Сравнил в течение 2 часов. Вот минуту в минуту одинаково идут. Ну, очень хорошо. Часы красивые. Почему бы не поиметь, не заиметь такие? Ну, заинтересовался, кто же такой Orient Watch Company, который выпускает эти часы. Вообще, слово Orient с французского «Восток». Японский производитель часов, компания, основанная в Токио в 1950 году, ведет свою историю с 1901 года. В середине 20 века входила в большую тройку японских производителей часов наряду с Citizen и Seiko. Однако, в отличие от конкурентов, не перешла в 70-х годах на массовое производство кварцевых часов, сосредоточившись на совершенствовании механических. И вот в настоящее время является дочерней компанией Seiko Epson. Все-таки они контрольный пакет перекупили и вот как бы стали все-таки хозяевами. Слили 2 компании. Ну, ежегодно компания производит до этого момента, тоже в том числе до 2 миллионов наручных часов. Помимо часов, компания Orient производит прецизионные механические детали и электронные компоненты для корпорации Seiko Epson. Вот производственные мощности компании расположены в Японии, Китае, Гонконге и Южной Америке. Также с 2009 года компания является спонсором спортивной гоночной команды «Сти Субару». Как я уже сказал, они часы-автомат. Если с этой стороны посмотреть, корпус у часов такой вот утолщенный. Там дело в том, что маятник, который при легком даже любом ударе, он как бы настраивает, подзаводит это, часовую пружину. Пружину хода. Вот такие вот прелесть часы. Ну что ж, поскольку они имеются, почему бы их немножко и не поносить. На этом, пожалуй, все. Если у кого-то что-то есть, дополните, пожалуйста. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.